Всем привет! Сегодня нахожусь в Сотниково. Здесь вот благоустроенные дома тоже идут. Вот такие дома идут. Вот такая здесь местность. Сейчас здесь пройдемся, снимаем. От Бурвода ехать, наверное, остановки 4-5 где-то. Вот так вот здесь выглядит Сотниково. Я раньше в Сотниково ездил в РК Здоровье. Кто был в РК Здоровье, тот знает. РК Здоровье тоже раньше санаторий был. Но сейчас он тоже работает. РК Здоровье сначала было, потом в Зеросовхозе сделали РК Здоровье. Сейчас опять там Сотниково РК Здоровье сделали. Вот такие здесь дома, вот такая здесь местность, люди живут. Дома, конечно, такие старинные. Кстати, я со своей стеколки, со своего дома, у меня раньше была, короче, камера Fujifilm какая-то, мыльница. И у нее был 140-кратный зум. Я вот эту местность зумировал, снимал. Картинка, конечно, дергалась, но было видно, что это местность. Вот я сейчас приехал, я помню, что я эту местность видел. Вообще хорошо. То есть 140-кратный зум можно сюда приблизить, со стеколки даже. Левый берег, считай, весь видно. Вот такие здесь дома. Дома, конечно, такие старинные, но у них тоже свой колорит там есть, короче, такой душевный. Аж идете, и душа прям радуется. Не знаю почему, но мне почему-то вот такие дома душа радуется. Как будто бы я в какой-то деревне нахожусь. А веет таким добром, теплом. Если кто когда-нибудь к бабушке ездил в деревню, тот знает, что это всегда веет таким каким-то, понимаете, добром. Вот люди даже в таком деревянном доме живут. Двухэтажный, там несколько квартир. Вот даже себе местность сделали, забор построили красивый. В таком доме жить, ну, тоже, конечно, можно. Что, в принципе, нормально. Фундамент здесь нормальный. Да я думаю, в принципе, везде можно жить. Главное, это чистоту поддерживать-то и все. Не быть, да, грязной свиньей, как говорится, а убираться немного, чтобы все было хорошо у вас. Сейчас посмотрим, здесь какая улица. Здесь улица Трактовая написана. Трактовый что-то там написано. Переулок Трактовый это. Дом 3. Дом 3.3, дом 3.4. Здесь так вот номеровка домов идет. Дом 3.3. А, здесь, видать, дом 3, 3 квартиры. Дом 3, 4 квартиры, да. Номеровка здесь просто. Здесь все как бы по квартирам идет. Люди даже вот в таких домах. Кто-то дом даже здесь продает. Сейчас посмотрим, какой там номер. 8-925-65-85-92. Видим, что номер московский идет. Когда вы квартиры какие-то, дома продаете, вы, естественно, риэлтора себе ищете, чтобы они вам продали. Я думаю, лучше риэлторов не надо искать, чтобы вам дом продали, потому что лучше самому дом продавать. Риэлторы сейчас обманывают практически. Мошенников много. Они, во-первых, обманывают вас, во-вторых, это... Например, с клиентом договорятся дом продать ваш за такую сумму, надбавку сделают, чтобы им себе в карман положить. То есть, например, вы дом за 3 миллиона продаете, да, например, какую-нибудь квартиру за 3 миллиона, а они с клиентом, клиента найдут и договорят с ним за 3 миллиона 100, например, за 3 миллиона 200 даже. Считайте, они 200 тысяч себе в карман ложат. Ну, риэлторы сейчас видите какие. Вот и почему говорят, легче самим продать. Да риэлторы, во-первых, проценты будут большие брать. Вот такие дома здесь. На втором этаже. Вот такие тоже жалюзи себе хочу купить. Шторы такие жалюзи называются. Тоже красиво. Вот такие здесь дома. Тоже советских, наверное, еще времен. Там люди в своих домах живут. Здесь, конечно, надо быть осторожным, а то собаки загрызут.
там природа находится, горы и все, больше ничего здесь смотреть-то, в принципе, нечего. Там люди в своих домах живут, строятся, как обычно, дачи строят. Здесь вот такой дом, видно, что кому-то там стекло разбили. А, это не стекло разбили. Кажется, как будто стекло разбили. То есть вот такие здесь дома. Видим, что домофона здесь нету, его кто-то выломал. Прикиньте, домофон выломали. Здесь был домофон. Сейчас его нету. А качели здесь стоит одна и все. Так, в принципе, ничего здесь. Вот такие здесь балконы большие еще. Вот такие балконы большие, вообще браво. Застекленные. Да, там можно даже себе комнату сделать на балконе. Вот в таком балконе, да, я думаю, комнату сделать будет вообще хорошо. Вот, смотрите, вот здесь вот себе комнату какую-нибудь оборудовать, компьютер поставить. Некоторые люди делают так, вот такие себе балконы делают, застекляют, утепленные. И это, делают там себе комнату. Еще друзья меня просили снять мелькомбинат. Мелькомбинат я не знаю, буду ли я мелькомбинат снимать, потому что, ну, мелькомбинат все, наверное, видели. Напишите там в комментариях, стоит ли мне мелькомбинат снимать или не стоит. А потом просили еще стеколку снять, где я живу. Ну, вот эти вот два участка еще. Тальцы снять еще просили, давно еще. Ну, тальцы тоже можно съездить, с элеватора можно на 50 каком-то доехать в тальцы и тоже поснимать. В принципе, да, тоже можно съездить, поснимать. Ну, короче, много где просили поснимать. Ну, может быть, я поснимаю свою стеколку, мелькомбинат и тальцы. Это на все время надо. Вот здесь такая местность, улица Трактовая, 2. Вот так вот здесь все выглядит, такие дома тоже. А меня уже два раза просили поснимать, съездить сюда. Я вот съездил сюда, поснимаю для вас. Вот такие здесь балконы. Домофон, видно, что там не работает. Хотя он есть, но он не работает. Дверь не закрывает. Здесь как будто бы, не знаю, какое-то советское время, что ли, остановилось. Но дома, я хочу сказать, не убитые, нормально. Триколор ТВ люди ставят. Здесь как бы все вообще нормально. То есть здесь убрано, чисто. Дома вот такие. Дома, кстати, вот такие мне тоже нравятся. Вот вообще нормально. Жить бы, жил в таких домах. Жил бы здесь Сотниково, жил бы, что здесь не жить. Здесь воздух вообще свежий. Воздух здесь вообще хороший, свежий. Такие здесь дома. Ну, тоже благоустроенные, тоже там и ванный, и туалет есть. Тоже дома хорошие здесь. Вот такие тоже балконы делают. Тоже нормально. Здесь хоккейная площадка идет, зимой заливают, наверное. Люди здесь на коньках катаются. А летом здесь баскетбол можно поиграть, футбол. Кстати, здесь все нормально. Здесь вот такая местность, площадка тоже идет. Строят до сих пор что-то здесь. Здесь люди в своих домах живут. Вот здесь, кстати, я по панораме смотрел. Сейчас вам покажу, где здесь остановка идет. Ну, это давно было, я этот репортаж уже давно смотрел. Люди здесь раньше просто жалуются, что у них микрики здесь, автобусы плохо ходят.
Вот так вот здесь все выглядит. Такие даже дома живут, смотрите. Вообще древний-древний дом. Ты что, насыпной дом? Не насыпной, почему? Нормальный. Ну, дом старый, конечно. Здесь забор упал. Может, это просто дача, люди летом приезжают сюда на дачу. Здесь вот такой дом нормальный. Так вот здесь все выглядит. Ну, деревня здесь. Воздух здесь такой же свежий, как в деревне. Вон даже там кочегарка какая-то топится. А воздуху все равно это не помеха. Не пахнет никаким дымом, ничего здесь. Все здесь нормально. Мусор какой-то. Бордюрины, наверное, ремонтировали и не вывезли. Там еще остальные бордюры лежат. Видим, здесь все, дорожку сделали. Вот такой дом красивый, тоже коттедж. Двухэтажный с мансардной крышей. Здесь вот такая местность. Сейчас до верха дойдем, посмотрим, что там находится. Туда надо идти мне дальше, в ту сторону. Сейчас сначала сюда сходим. Здесь вот так вот люди живут. Домик в деревне. Вот такой дом тоже старый. Вот такой вот пристрой сделали. Люди сейчас браво пристраивают всякие газобетоны. Кухни все большие делают или комнаты. Кто-то берет балконы себе ставит, утепляет. Стену балконную убирают, у них такая кухня большая получается. Или зал. Да и все. И красиво. Вот так вот здесь выглядит. Деревенька моя. Ну то дом еще какой-то. Исторический. Вот таких домах, улица дачная здесь идет. Вот таких домах здесь идут, живут люди. Вот такой дом вообще красивый. Вообще классный дом. Вон тот дом тоже красивый. Вот так вот здесь люди живут. Хорошо здесь люди живут, хочу сказать, нормально. Дома здесь хорошие, все, здесь территория, не сказать, что такая прям грязная. И тротуары сделаны, можно ходить вот так вот. По тротуару идете тоже мягко. То есть все нормально. Тротуары большие, широкие. Дорога узкая даже. Дорога узенькая. Вот такой даже дом строят. И такие ворота красивые. Сейчас, друзья, туда придем наверх. Посмотрим, что там находится. Но воздух здесь нормальный. В принципе, горы рядом. Что еще надо? Захотел, да, например, в горы. Ушел туда в лес. Там погулял, отдохнул. Кому-то нравится даже в лесу ходить. Вот такой дом тоже нормальный. Бигфуд стоит, мини-маркет. Бигфуд это значит, фуд, я не знаю, фуд еда, большая еда. Бигфуд машина такая есть. Там тоже люди живут. Улица Трактовая здесь идет.
Вот, друзья, сегодня собрался, приехал поснимать Сотникова для вас. Может быть, здесь никто никогда и не был. Ну, в принципе, здесь некоторым людям и ехать сюда не надо. Там, в принципе, здесь и сеть ловит, и все, там сотовых вышек вообще много. Штук 5-6 здесь сотовых вышек только стоят. Так что... Связь здесь, в принципе, хорошо ловит. Вот такой здесь магазин. Дорогу здесь ремонтируют, как мы видим. Здесь больница находится. Сейчас посмотрим, какая здесь больница находится. Детская консультация здесь находится. Так что здесь больница. Мы сейчас туда спустимся вниз и пойдем туда, в ту сторону. Здесь, в принципе, снимать нечего. Здесь идет деревня. Но я бы не сказал, что здесь чисто деревня. Здесь поселок городского типа. Нормально. Жить здесь можно. Вот то люди в благоустроенных домах живут, вообще браво. Получается, когда вы едете в Сотниково, получается, когда вы на Бурворт едете, там, получается, за ворот идет. Если вы на левый берег едете с моста, туда прямо 5-й километр проезжаете. И наоборот, когда вы едете, вы заворачиваете. А когда вы в аэропорт едете, там по прямой, в принципе, в аэропорт дорога идет. А здесь она на заворот идет. Ну, вы в правую сторону, получается, заворачиваете, и там идет Сотниково. А аэропорт идет прямо. И вот. Вы мимо Бурвода едете, и потом там еще какую-то местность, просто пустыню проезжаете. Ну и все, еще потом пару остановок пройдете, и все, и Сотниково начинается. Так что вот, в принципе, здесь от города находится 14 километров. Так что 129-й ходит, 177-й ходит сюда. Я на 177-м доехал. Так что погода сегодня хорошая, хоть и пасмурная, но на улице тепло нормально. Так что... Сейчас в ту сторону уйдем, в левую, туда. Посмотрим, что там находится. Вот, друзья, здесь находится дом номер 3. Тоже улица Трактовая, дом номер 3. Здесь 129, видите, ходит здесь маршрут. Сотниково, левый берег, Бурвод. На двойке, конечно, вы сюда не приедете, потому что двойка, она сюда не ходит. Двойка, она ходит только на Бурвод. Здесь балконы большие. Еще в советское время такие балконы делали. Раньше, походу, такие дома и были. Не было пятиэтажек даже. Так вот все огородили здесь. Красиво, чтобы люди здесь цветы, наверное, садили. Может, люди сами огораживают. Я не знаю. Какой-нибудь огород садить здесь. Такие здесь окна, балконы. Сейчас мы туда уйдем, в ту сторону поснимаем. Детский садик «Рябинка» здесь находится. Вот такой садик красивый, колоритный какой-то. Ну, в принципе, здесь местность хорошая, нормально. Все, тротуар сделанный.
Дома нормальные стоят, чисто здесь. Нигде мусор не кидают. Альянс безопасности, пультовая охрана, физическая охрана, кнопка СОС, охрана мероприятий, установка обслуживания систем ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Кому надо, если. Мусорки вот так, смотрите, делают. Вот как, смотрите, мусорки делают. Вот так, я думаю, лучше делать, наверное. Ну, с одной стороны, да, удобно так делать, но с другой стороны, тоже плохо. Люди будут мимо кидать. Мимо будут люди кидать потом, наверное. Щеколда здесь такая есть. Ну да, с одной стороны, браво, сделали удобно, потому что, чтобы это... Мусорки, чтобы это... Ну, если ветер подует, чтобы не разлеталось ничего. А то если ветер подует, может, все бумаги, все разлететься. Вот такой здесь магазин, наверное, или это... Здесь, в принципе, можно на Байкал уехать. На Байкал здесь вообще легко можно по прямой дороге туда уехать. И вы уже будете на Байкале. Километров 100 отъехать, и все, и там Байкал будет начинаться. 100-150 где-то. Вот так вот здесь люди живут. Капуста у них даже там растет. Еще до сих пор не собрали капусту. А собирают. Люди капусту здесь насадили и собирают. Прям просто палисадник сделали, чтобы огород садить. Ну, конечно, опасно такие палисадники делать. Вдруг ночью к вам кто залезет, украдет у вас. Морковку украдет. Ну, здесь я не знаю, здесь не украдут, конечно. А в деревнях обычно так происходит. Могут залезть к вам и украсть у вас что-нибудь там. Морковку, картошку выкопать. Раньше, особенно когда люди в деревнях жили, у них было поле, покос назывался. Был раньше покос, а люди садили картошку. И получается, у них ночью набеги были. Нападали на них, пока они спали ночью, у них всю картошку выкапывали. Особенно к сентябрю, если кто-нибудь картошку не соберет. Ее выкапывали, и все. По полмешка выкапывали люди и убегали с картошкой. Такое даже было. Ну, если у вас, например, покос далеко. У людей же раньше покосы, они были от дома далеко. В горах даже покосы были. Землю государство вам, например, какое-то выделяет, чтобы там что-нибудь садили. Какую-то часть вы должны государству были. Например, вы картошку посадите, там 8 гектаров. 2 гектара, например, или гектар, вы должны государству отдать. А оно вам бесплатно землю предоставляло. Но это раньше было, в советское время. Сейчас я не знаю, как. В 90-е еще года так было. Я сейчас не знаю, как сейчас там. Сейчас там никто землю вам не просто так не даст, потому что... Хотите, покупайте, хотите, не покупайте. Здесь окна видно, что заколочены. Кто-то там раньше жил. Может, люди еще спят. Есть люди, которые до 12 спят и до 11. Я встаю 8:30. И 10 в 11 часу я поехал уже. Сейчас, не знаю, сейчас может уже 12. Такой здесь дом, улица Трактовая тоже. Что-то здесь улица Трактовая, она большая. Вот так вот здесь люди живут. Ксерокопии можно, нотариус здесь есть, парикмахерская здесь даже есть. Даже в таких захолустьях есть парикмахерские, нотариусы есть. Здесь то есть все как в городе. Там какое-то государственное здание находится, может быть школа. Нет, это государственное здание 100%.
Люди там какие-то, наверное, документы делают. Сейчас мы туда вверх поднимемся. Такой здесь. Здесь бы еще торговый центр построить, чтобы люди в торговом центре отдыхали. И тогда здесь будет нормально. Город не нужен будет. Здесь, друзья, какой-то бомбический зал спортивных единоборств Сотникова находится. ММА, бокс, борьба, дзюдо, кикбоксинг, тайский бокс, гимнастика, гиревой спорт, боевой самбо, тэквондо. Вот тэквондо бы я позанимался. Тэквондо тоже самый вид спорта такой вообще опасный. Там могут на болевую тебя взять и спину тебе сломать. Тэквондо, дзюдзицу, там еще какие-то. Сейчас мы туда зайдем, поснимаем. Можно ли у вас здесь поснимать, спросим у них. А там закрыто, оно еще, видать, ремонтируется. Ну, там видно, что боксерские груши висят. Жалко, что нельзя там поснимать. Вообще такой прям этот, как у спортивный зал, вообще красивый. Реально окна такие большие, панорамные вообще. Вот там одно удовольствие будет заниматься, вот вообще. Вот такой зал. Смотрите, какой вообще шикарный, да? Здесь вот так вот люди живут. Тоже дома такие уже. Вот здесь даже дом вот такой построили. Люди живут, как говорится. Вот так вот красиво живут. Там люди в своих домах живут. Но сейчас люди браво живут в своих домах. Вообще молодцы. Обделывают свои дома металлочерепицей, профлистом. Не сказать, что люди сейчас бедно как-то живут. Все стараются жить реально. Молодцы, кстати, кто старается жить. Не бухать, не пробухивать все деньги. А то есть люди, которым сколько ты денег не дашь, сколько бы они ни зарабатывали, им все время будет мало. Есть люди, которые по 50 тысяч в месяц зарабатывают, и то говорят, что им мало. Потому что они половину денег просто пробухивают, понимаете? Реально говорю, пробухивают. А есть люди, которые зарабатывают, ну, чуть-чуть поменьше денег. И у них как бы все хватает, они стараются жить, они не бухают, они на сигареты деньги не тратят, не курят, не пьют. Потому что с каждым годом сигареты, водка дорожает. А у людей-то уже зависимость образовалась, и они это не могут без алкоголя, без сигарет. Из-за этого у них денег, в принципе, и не хватает. Да и даже денег-то не в этом, в принципе, не хватает. А когда вы идете в магазин, вы должны точный список написать, чего вам надо купить, посмотреть, чего у вас дома не хватает, там, крупу, еще что-нибудь. А лишнего просто не надо покупать. А люди идут в магазин, лишнего всякой ерунды наберут, и за это им денег не хватает. Потом говорят, вот цены выросли, денег нету. Цены, да, конечно, растут. Но надо всегда список составлять, чтобы лишнего ничего не покупать. И тогда у вас все будет нормально. Хватать. Лишнего просто не покупайте и все. Покупайте все самое необходимое, все, что нужно. Ритуальные услуги здесь есть. Друзья, я всем хочу пожелать, чтобы вы никогда в жизни в ритуальные услуги не обращали. Чтобы все были здоровы, живы. Никто не умирал. Человеческая жизнь, она на самом деле очень дорога. И никакие миллионы денег вам ее не окупит. Так что будьте, друзья, здоровы. Умереть вы всегда успеете. Поживите лучше, порадуйтесь жизни. Берегите себя, своих близких. Любите себя. Будьте счастливы. А я буду для вас видео снимать. Ну ее нафиг это умирать, вот это да. Нафиг надо. Здесь тоже трактовая улица находится. Сейчас, может, какое-нибудь кафе найдем, кофе выпьем там. Там какое-то большое заведение стоит. Так, так что, друзья, лучше это. Живите.
Здесь вот, друзья, смотрите, как люди живут, в каком доме старом. Здесь вот хороший дом стоит. Уже дрова купили. Люди уже к зиме готовятся. Здесь вот такой дом хороший. Там циркушка стоит. Мы сейчас в циркушку сходим. Ну, я не буду заходить туда, просто поснимаем ее с виду. Нормально здесь люди живут. В принципе, деревня. От деревни городского типа. Хорошая, что здесь, местность. Воздух здесь такой прям. Но пыльно чуть-чуть пахнет, конечно, потому что машина ездит. А так воздух здесь вообще шикарный, я бы сказал. И вообще, когда от города отъезжаете, воздух такой шикарный сразу становится. Фу, прям легкий, прям вот реально здесь воздух почти как на Байкале. Вы дышите здесь как бы озонный слой такой хороший. Вы прям это, как будто бы вам кислородную маску взяли, одели. И дышится здесь вообще прекрасно. Вы один глоток воздуха делаете, как будто бы все, вы надышались. А в городе, когда вы находитесь, вы дышите и надышаться как будто бы не можете. Как будто вот что-то мешает. Пыль какая-то вам в легкие попадает. Так что, друзья, если кто ковидом переболел, лучше реально куда-нибудь уедьте в горы. В горы там, например. От города, например, 20 километров. Подышите свежим воздухом. Вот тогда... Ну, реально, здесь вот люди, когда живут, они реально оздоравливаются здесь. Здесь, потому что воздух такой прям насыщенный, кислородный. Вот здесь люди живут. Я, друзья, думал, что здесь какое-то кафе находится, а здесь находится мотель. Отель какой-то здесь, отель-мотель здесь какой-то находится. Что-то я уже далеко ушел. Мотель здесь какой-то. А, светофор здесь еще есть. Светофор, он, в принципе, везде есть, его везде сейчас ставят. Здесь циркушка находится, не знаю, туда пройти можно. А, не можно. Сейчас, друзья, с вами церковь поснимаю. О, какая красивая доисторическая церковь. Вы когда в церковь заходите, всегда о плохом ни о чем не думаете. Но думаю только о хорошем. Вот такая здесь церковь. Хорошая, красивая. Там какие-то ремонтные работы идут. Такая здесь местность. Церковь. Местная религиозная организация православных, приход храмов, честь иконы Божьей Матери Владимирская, Сотникова и Волгинского района Республики Бурятия, Лондонской Бурятской епархии Русской Православной Церкви, Московский Патриархат. Вот такая здесь церкушка находится. Здесь местность. Кафешек здесь нет, я хотел кофе где-то выпить. Вот такие здесь ворота нас встречают. Дом какой-то хотели строить, видать, не достроили. Горы там идут, люди здесь живут, вот. Что здесь, в принципе, интересно. Да, здесь городского типа поселок, потому что здесь это как у... Светофоры есть, магазины Титана есть здесь, Абсолюта где-то даже есть здесь. Вот здесь все есть. Шашлыки, хачапури, вывеска, выпечка и полуфабрикаты. Здесь кафе какое-то, что-то оно то ли работает, то ли не работает, непонятно. Что здесь? Кафешины, хэнбузы здесь находятся. Мы открылись, они написаны. Только что-то вход, куда зайти, я вообще не знаю. Я бы сейчас кофе выпил бы там. Осторожно, злая собака, пишут. И что, как вот?
Мы открылись, а куда чё идти? Видать, когда-то здесь было кафе. Вот так вот люди в таких домах даже живут. Засыпанных. Вот таких здесь люди в домах живут. Вот, друзья, сейчас эту улицу снимем, здесь вот такой дом стоит. О, такой дом вообще красивый. Крыша в виде замка. Я не знаю, друзья, я уже куда ушел, мне обратно потом идти надо. Может, здесь остановка есть, потом уехать можно. Сюда, если ехать, надо с двумя пересадками. Так что я, друзья, меня просили в комментариях поснимать. Я никому не отказываю. Вон машина стоит почти как Chevrolet Cruze выглядит. Называется только по-другому. Здесь вот такие люди живут, в таких вот домах. Не знаю, есть здесь кафешка кофе выпить. Есть кафешки, которые дешевые, у них это какого? Ну, кофе дешевый стоит. А, это то ли Toyota, то ли Honda стоит. На Honda, а Hyundai Solaris, походу. Hyundai Solaris. Я сейчас уже машины почти на глаз... Сразу это знаю. Хода Hyundai Solaris. Тоже хорошая машина. Но там, говорят, сиденье неудобно, когда вы едете. То ли здесь магазин, то ли что, я так и не знаю. Магазин, но здесь. Вот такая вот машина. Цветом почти такая же, как Chevrolet Cruze. Только у нас в Chevrolet Cruze идет бампер. Передний чуть подлиннее. А так, в принципе, если сравнить Chevrolet Cruze с Hyundai Solaris, они, в принципе, машины одного диапазона, но только это как... Ну, там у них скорость одна, мощность одна и та же. Только Chevrolet Cruze чуть-чуть получше. У нее сиденье более удобное. И это как... А так, в принципе, двигатель по нагреву там одинаковый. Все одинаково. Просто марки разные. Двигатели разные там стоят. А так они вот, машины две хорошие. В обслуживании легкие. Сейчас, в принципе, нету такого, что машина хорошая или плохая. Как вы ее обслуживаете, так она и будет ездить. Если вы будете ее ремонтировать хорошо, то будет все нормально. Вот такой здесь дом. НТВ плюс стоит тарелка. Меня еще, друзья, просили в районы съездить. Так что, если кто хочет, если кто в район поедет, ну, если кто, у кого машина есть, если кто это видео посмотрит, да, и у кого есть машина, и вы едете куда-нибудь в районы. В принципе, на попутках можно, наверное, доехать в районы. Там поснимать Мухоршибирь. Харашибирь поснимать. Куналей. Большой Куналей я не хочу снимать. Но можно и большой Куналей поснимать. Малый Куналей поснимать еще можно. Что там еще? Короче, много районов у нас есть, если честно, где можно поснимать. Вот, друзья, дальше снимаем, пока батарея не сядет. Вот такой здесь дом стоит, такие здесь районы. В принципе, нормально здесь. Ну, как в деревне. Чистая деревня. Там какой-то дом стоит, магазин. Так вот здесь люди живут.
Горы рядом, можно в горы сходить прогуляться. Только я не пойду. Вот такие здесь улицы. Светофор здесь еще надо ждать, пока загорится. А люди смотрят, что я снимаю их. Люди не хотят. Мне в комментариях писали, что кого-то там просить это, чтобы с тобой ходили, снимали, да, например. Люди сейчас не соглашаются сниматься. Я бы сам бы рад бы какого-нибудь местного взять, например, человека, кто в этом районе, например, живет, Сотникова даже, и просто это как его, ну, попросить, чтобы он о своем районе рассказал. Люди сейчас просто не соглашаются. Мало таких людей, которые соглашаются с тобой что-нибудь снять. Сейчас все боятся камер. Вот, друзья, вот это здание продается. Ну, кто-то, может, магазин захочет там сделать. Только подремонтировать, конечно, надо, но под убит. Ну, профлистом сверху накрыть, сделать. И все. Прием платежей сотовой сети. Можно просто мобильным банком переводить здесь. Магазин хороший называется. Может, здесь что-нибудь купить? Ладно, ничего брать не буду. Эх, было бы здесь кафе какое-нибудь с Wi-Fi. Я бы мобильным банком перевел бы здесь, бы посидел. Ну, такой дом построили. Ну, в принципе, да, здесь вот в таком доме, если жить, да, например, вот представим, что вы живете вот в таком доме, вот такая здесь у вас местность. Здесь есть, получается, это как его, остановка. Можете уехать, наверное. В таком доме я бы жил. До центра тоже можно, в принципе, доехать. В принципе, здесь нормально. Вот мы сейчас. Вот так вот, друзья, здесь. Вот такие ворота. Ранетка красная там растет. Люди даже ранетку не собирают, потому что она кислятина одна. Сено кто-то уже накосил здесь для животных. Может, здесь кто коров держит. Здесь-то, в принципе, должны коров держать люди. Кто-то дрова там пилит даже. Так вот люди живут. Да, здесь коров в принципе есть, потому что по коровьим лепешкам понятно, что здесь коровы есть. Вот смотрите. Коровы здесь ходили. Значит, здесь коровы есть. Вон люди вообще в старых домах живут. Вот, друзья, уже подходим к концу почти. Вообще уже ушли далеко реально. Минут 10 уже иду. Такие здесь машины ремонтируют.
лепешки коровьи. Туда здесь пункт весового контроля здесь находится. В принципе, в Ашурково еще можно было съездить. Ашурково. Поселок такой Ашурково есть. У нас в городе. В игре, кстати, одной играл. Там на фуре надо было ездить. Забыл, как игра называлась. Там тоже Улан-Удэ было. И Ашурково было. В игре там было надо фуру везти просто. И там тоже Ашурково находилось. Ну, Ашурково, оно где-то в той стороне, наверное, дальше находится. Ашурково. Здесь вот так вот находится. Не знаю, что здесь находится. Горы кругом. Люди там в горах гуляют. Такая здесь местность. Весовой контроль здесь просто. Фуры подъезжают, они их замирают, чтобы все было по весу. Вот так дом хотят обделывать. Горы здесь и все. И деревни. Там, если туда далеко идти, там лес находится. Вот здесь можно на остановке уехать. Я спросить кого-нибудь, можно ли здесь до центра доехать. Или до гаража хотя бы, до остановки. Так что сегодня у нас, друзья, было небольшое такое видео Сотникова. Надо у кого-нибудь спросить. Так что если здесь микрики ездят, то вообще хорошо. В принципе, да, маршрутки бы везде бы ходили по всему городу, даже где вообще уехать невозможно. Там бензоправка раньше была, сейчас ее нету. Дома здесь продаются, написано куплю, что-то там продаю. Кто-то что-то продает, здесь магазин продуктовый находится. Вот так вот здесь люди живут, в таких вот домах. Такой нормальный дом более-менее. Сверху обделанный звездкой. Кони даже здесь бегают. Кто-то здесь коней даже держит. Все, друзья, мое здесь видео заканчивается, наверное. Пишите, куда и что съездить. Но только много не пишите, а то я не успеваю. Тальцы еще съездить надо. На мелькомбинат, тальцы еще куда-нибудь. Куплю дом, кто-то хочет здесь дом купить. А так вот здесь выглядит. Так что всем, друзья, пока.